что я вас чтил, что я спросил, мой ассасин. Мы вас не прошли. Мы же выжили, давай. Мы их убили. И приходит какой-нибудь, и проходит палец пулеметом, и всех убивает. Нас. Да. Это благодаря Богу. Скажи, что ты конец. Умоляю. Ай! Где? Я не вижу. Наперы? Я не вижу, а не прыгаешь. Это что за нафиг? Это что за летающий хрен? Это ассасины. Ассасины? По-моему, это летающий хрен. Я буду это называть летающий... О, он... Это летающий снайпер? Он вообще вниз прыгнул куда-то. Да, вообще, не понимаю его. Значит... Я не понимаю, он что, это джетпак? Нет, это он ноги, он прыгает. Не, ну нифига себе, с одной крыши на другую через улицу. Что теперь? Выживаем опять. Вон они. И что ты мило на зомби? Блин. Ну что, на... Ай, блин, 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 блин. Амалол. Везде амалол. А, блин. Я не хочу умирать, я хороший. Я тоже. Я хороший человек, мне рано умирать. Мы должны закончить эту миссию. Они кусаются. Они кусаются, да. Какие же это зомби, которые не кусаются? Объясни мне. Это какой-то манекен, если они не кусаются. Кстати, сзади тебя спаун. А еще я вижу снайпера. Блин, пулеметчик, ты знал же. Ай, парень, пулеметчик. Пулеметчик. Нет, там пулеметчик выжил оттуда. Ей, а тебе не кажется, что столько вот зомби, сколько мы убили, туда не вместятся, которые там были? Я думаю, так кажется. А что я патронов мало? Ну, вообще патронов мало. Пожалуйста, для снайперки. Снайперка, ты хорошая, молодец, спасибо. Блин, я уже разговариваю со своей снайперкой. Я убил. Точнее, я его добью. Неужели? Yes. Скажите, что это конец. Good bad, I am driving the game. Чекпоинт! Я надеялся, что это конец. Я сейчас сойду с ума. Сейчас что, босс что ли? Мне кажется, еще будет сервейвл. У нас уже был сервейвл. Да. Конечно, это Крисмас. Может, босса, мне. Блин, ты так думал свой микрофон, что я испугался. Survival. Ой, что это за нафиг? Босс! The fate that... Это что за хрен с горы? Это босс. Не слышишь меня, блин? Я понял, но это... О! Блядь. Я думал, что это хрен с горы. Хе-хе, это хрен с горы, да, это хрен с горы. У тебя гранаты остались? Это похоже на какого-то немца такого. А то есть они Гитлер? Нет, не Гитлер жив еще. Да ладно. В этой игре он жив. В самом первом уроке он там был жив. Ну да, он с каким-то немцем разговаривал. Кажется, он со мной разговаривал. А еще? Да, блядь! Как его убить? Прямо его надо послушать. Да фэ! Черепа можно убивать, черепа надо убивать, который там убил. Да? Черепа, я один череп смог убить, надо черепа убивать. У меня патронов нету. Для снайпера. А у меня для токарева есть. Токарев! Я убил. Что? Последний. Да.
где? Я сейчас увернусь. Иди лесом. Надо лесом идти. Наверх, иди наверх. Ребят, у меня вообще ни патронов нет. А, блин. Патроны. Где вы? Он опять вынужу. А черт, у меня патронов нету. Как пинаться? Скажи мне, как пинаться. Спейс, я сказал тебе. Не пинается. Я срубил один. Ой, вот что-то мне не понравилось. Думаю, ты мой реально не понравилось. Лёка, что можно убивать сейчас? Бей его, спинай. Я пинаю его, но он не умирает. Ай, блин! А, блин! Иди ко мне, я умер. А у меня прям... Мне зажали. Я умер. А-ха-ха. Ну, чтобы теперь знаю тактику против него. Ага. Как бы мне очень недалеко, а прям вот сама еще этой карты. Ага. Ладно, встретимся, когда я его добил. Ладно, мы продолжаем играть с двумя ассасинами с Панч Боб. Попытка номер 355-55. Да, да, и мы убиваем босса. Или пытаемся. Вот этот генерал Окалют. Может, это стоматолог какой-то? У него уже есть черепа? Нет, еще. Есть он там. Готово! Покидай гранатки. Я все, я уничтожил его черепа. Я еще трех убил. Yes! Все, мы так быстро прошли этот акт. К нам уже вверх зомби идут. По лестнице. Да. Мне надо было растяжку поставить. Ну да, надо. Блин, тут много черепов. Я шесть убил. Как я уже подходит, Я забиваю последних сил. К тебе уже скелеты идут, я не могу разбиваться, беги! У меня шоган есть, у меня есть шоган. Если что. No, my friend. Идите, зомби, нафиг, нафиг. Это my friend. This is my friend. Блядь, меня сейчас прибьют. Я тебя прикрою. Пока были патроны в пистолете. Все, лежи, парень, лежи. У тебя патроны. Нет. Я в труп, прощай. Тут лежит пачка с патронами, кстати. Внизу, блин. Нет, тут не внизу. Блин, я не даю. Все, уже я всех убил. Почти, ну нормально. Что у меня есть? 9 патронов. Блин. Надо... Вниз? Нет, не вниз. А, блин, 6 патронов. А, блин, скелетуши. Мясо зрает. А, блин. А там бесконечные патроны внизу? Нет, не внизу, вверху. А, блин. Скелеты сраные. Там внизу ничего нет, вверху. Блин! Он тебя не воскрешал! Попытка 500, выключаемся!